как-то вот так бегло, галопом говорили о самых существенных каких-то темах евангельских. Мы говорили о том, чем одно Евангелие от другого отличается. Мы говорили о учении Христа. Мы говорили о делах Христа. Такие примерно темы были. И, наверное, чтобы как-то поставить завершающую точку, нужно сказать еще о главном. О главном, ради чего, собственно говоря, все, что Христос сделал и говорил, ради чего Он пришел. Потому что Господь очень многое что сказал, кое-что смогли записать евангелисты. Господь много что успел сделать, вот, но все, что Он успел сделать, тоже невозможно было записать. Но тем не менее, Он как бы умаляет даже то величие, что Он сделал, Он умаляет перед лицом того, вот о чем мы сейчас будем говорить. Господь говорил, что Я пришел не чудеса творить, собственно говоря, а пришел сотворить единственное чудо. Чудо воскресения после смерти, собственного воскресения. И как-то я хотел об этом поговорить, о именно воскресенье, тем более сейчас. О воскресенье, как о нем повествуют евангелисты. Более того, это будет очень хорошо не только как логическое завершение наших бесед, это будет хорошо и даже потому, что это будет соответствовать теме, в которой Дух Святой церковных людей побуждает сейчас быть. Вот Пасха была 20 апреля, но она еще продолжается. Элементы пасхального богослужения еще имеют место в церкви, и еще это будет так две недели. Поэтому сейчас вообще пасхальная тема. Вот, и те, кто люди ходят в храм, молятся, они это знают и чувствуют. И поэтому наш разговор уместен еще и с этой точки зрения, с точки зрения литургической. Вот. Но в то же время, знаете, как-то говорить о воскресении, я как-то всегда, знаете, стараюсь об этом говорить с таким, с акцентом на таком психологизме. Потому что Бог стал человеком, и нам важно увидеть, каким Он человеком стал и есть. Вот. И какими были те, которые вокруг них были, какими не стали. То есть, что происходит с нашим человечеством. То есть я буду не столько о мистике евангельской говорить, сколько о том, от чего нельзя отказаться, с чем нельзя спорить, потому что это так. Вот. То есть с тем, какой есть Христос, а кто верит, что это Бог Христос, тот и то мы и видим, какой наш Бог. Ну, каждый на своем уровне остается, но, по крайней мере, вот я буду говорить о чем-то, как мне кажется, то, о чем нет смысла спорить, а нужно просто знать, даже не верить, а знать, какой наш Бог и какой наш Христос. Вот. Но для того, чтобы это знать и видеть, нужно подготовить себя чуть-чуть разговором вообще о страданиях Христа. Дело в том, что вот земное дело Христа, оно ведь, если в рамках земной перспективы ограничиваться, оно закончилось поражением. Ну, Христос умер, и мало кто увидел его воскресшим. То есть Христос проиграл, по мнению там, того же Понтия Пилата, других евангельских персонажей, современников. Христос проиграл, они его воскресшим не видели. Видели только его ближние, ученики, ну и многие другие, но вот это их путь. Это их путь. Поэтому вот с одной стороны, Христос, по мнению многих проиграл. Вот. И в этом смысле интересно посмотреть, что этому предшествовало вообще. Знаете, вот Христос, я просто хочу рассказать про то, как Он воскресал, как это в Евангелии описано. Но для этого нужно иметь некое предпонимание. Потому что вот я, например, буду говорить чуть дальше, чуть выше, о том, почему Христос воскрес раньше, чем обещал. Я это докажу, покажу на примере текста. Вот. Но чтобы понять, почему Он начал воскрес, мы должны тоже иметь предподготовку, предпонимание. А чтобы иметь предпонимание, я хочу нечто сказать о том, что предшествовало смерти и распятию и смерти Христа. А что этому предшествовало? Вот знаете, я буду говорить про тему
сначала сострадание Христа, сострадание Христа людям. Ну, я в общем могу сказать, что все, большинство чудес было совершено исключительно по состраданию. Христос не хотел их совершать, но об этом говорили. Но он их совершил, потому что, ну как ему можно было пройти, мы об этом говорили, мимо этой вдовы. Евангелист говорит, что мужа у нее не было, она была вдова, а тут еще она шла, даже не процессия, она одна шла, это гробовщик, да, и сын навез, тот человек, который будет его погребать, и мать шла. Вот Христос воскресил этого сына на несколько вдовы. То есть и много других чудес, которые совершены исключительно по состраданию. Но уже непосредственно ближе к страстным событиям, мы вообще видим то, как Христос подходит к Иерусалиму. Он неоднократно в течение своей земной жизни приходил в Иерусалим. И вот он за последний раз, последний уход в Иерусалим, и когда Господь подходит, видит эти белые там дома, вот, он, говорится, он заплакал. В Евангелии дважды мы Христа видим плачущим, видим, он заплакал. Христос плачет, входя в Иерусалим. Дальше поясняет евангелист мотивы этого плача, вот, потому что камня от камня не останется, потому что, в общем-то, большинству жителей этого города бежит, если не погибнуть, то бежать из города. То есть этот мир будет разрушен. Это Иерусалимский мир. Мир для семьи. Вот. А другой раз Господь, когда Он узнал, что Лазарь, его друг, умер, Христос приходит, он, как видно, долго так вот держится Он, разговаривает сначала с Марфой, потом с Марией, сестрами Лазаря. И не вдаю в детали, да? Наверное, эту историю о воскрешении Лазаря все знают. Умер друг его Лазарь, и Господь на четвертый день пришел в город. Вот. И вот он видит этих людей, эти пищали там на пищалях, играют. Эти погребальные песнопения спорные, не погребальные, уже просто спорные. Вот. И Господь, когда он уже общается с Марией у гроба и видит плачущих, в Евангелии говорится, что он воскорбел духом. А вот если перечти текст открыть, там стоит глагол, который переводчики на славянский язык, а вслед за ними переводчики на русский язык, они даже не стали переводить. Ну, как-то слух это резало. Ну, часто при всяком переводе, когда с английского переводил, да, знает, есть некоторые слова, которые буквально нельзя перевести, они режут слух. И приходится какое-то адекватное слово, синоним подбирать. И вот на славянский русский язык так не перевели, как было написано в оригинальном тексте. А там буквально написано, что Христос не воскорбил духом, а зарычал духом. Слово «зарычал». То есть, ну, это верх, наверное, такого психологизма евангельского, потому что мы видим, что Господь однажды воззрел гневом на некоторых там грешников. Воззрел гневом – это вот один из прецедентов психологизма в описании Христа, Бога, ставшего человеком. Но так не часто. В общем-то, Христос всегда держится. Вот. У некоторых евангелистов вообще, у Марка, например, достаточно, у Матфея достаточно бесстрастным предстает. А вот здесь он, понимаете, зарычал духом. Это слово употребляется еще один раз в Евангелии, когда описываются гадаринские бесноватые. Вот они там рычали. В одном Евангелии был один гадаринский бесноватый, а в другом тексте два. Так почему-то написано. Но вот тут Христос рычит, то есть утробная боль. Он когда увидел, уже оказался в могиле Лазаря, этих людей вдруг плачущих, вот такой, таково его человечество Христа было. Таково человечество, такое же, как и наше, в плане эмоций, психологизма. Вот. То есть Господь попустил себе приобщиться ко всему этому. Вот два раза мы видим Бога плачущим. Два раза видим Бога плачущим. И это очень ведь важно.
Потому что потом в Евангелии возникают порой некоторые противоречивые мысли, противоречий очень много таких логических. В Евангелии много противоречий, когда мы Евангелие читаем с точки зрения вот, ну, аналитики, логического мышления. Вот, и логика порой ставит нас перед явными противоречиями. Ну, оно и в жизни так, да, человек тоже противоречив, но когда, чем ближе мы прикасаемся к опыту жизни этого человека, тем мы более видим все, это все едино, да, так и здесь, в Евангелии. В Евангелии, когда мы на каком-то другом уровне рассматриваем его, то, в общем-то, противоречия все снимаются. Поэтому и я как-то вот перед разговором о воскресении беру некоторый разбег, чтобы у нас была возможность прочувствовать, почему обстоятельства воскресения Христова были именно такими, а не какими-нибудь иными. Но потом это тоже очень важно, потому что мы сейчас будем говорить не только о воскресении Христа, но и о встрече людей, его ближних с воскресшими. Вот. И тоже ведь они были каковы в момент смерти Христа. Вот. Непосредственно перед, конечно, воскресением предшествовала смерть. И вот описывается то, что в момент смерти Христа, Евангелие об этом пишет, Христос остался только с самыми ближними людьми. Упоминается весьма точно три персонажа. Три персонажа упоминается точно из тех, кто был со Христом. Это, конечно, мать Иисуса, Богородица, стояла у креста. Потом это Иоанн, евангелист Иоанн Богослов. Это еще и Мария Магдалина. Вот три персонажа евангельских. Все остальные, они бежали. Кто просто по страху вдруг вот так вот оказавшись, кто, может быть, и с расчетом бежал, у кого были большие, далеко идущие планы на Христа, а тут все провалилось, и они в недоумении. Одним словом, ученики рассеялись. И у Христа остались только три. Тех, которые сострадали Христу. То есть мы сейчас говорили о страданиях Христа, о сострадании Христа, а вот Христу сострадали три человека. То есть, конечно, каждый страдал по-своему. Апостол Петр там на расстоянии страдал, ибо тоже вот он не смог вот это выдержать, этого, это был, может, не страх, это что-то более какое-то серьезное состояние. Ну, по крайней мере, Петра не было рядом со Христом. Вот он трижды отрекся от Христа на данный момент. О страданиях Христа, сострадание Христа, в общем-то, сострадание Христу мало что говорится о этих христианских состраданиях. Говорится о последствиях этого. Например, Иоанн Богослов. Обратите внимание, Иоанн Богослов – это единственный из апостолов, который из 12 апостолов, но Иуда вообще отпал, 11 апостолов, он единственный не принял мученическую смерть. Ну, по крайней мере, в предании церковном, в Акафисте есть такое молитвенное произведение в жанре Акафиста. То есть молитвы в разном жанре пишутся. Вот жанр Акафиста. Там говорится совершенно точно, что он умер своей смертью, мирной. Это интересным образом сопоставляется то, что все те ученики, которые не сострадали Христу самые трудные минуты, у них было отчаяние, они убежали, а потом сразу встреча и радость. Вот у них вот, не было глубокого такого сострадания Христу. Они сострадали где-то рядом, разочарованно. А вот эти сострадали. И вот, может быть, поэтому евангелист Иоанн, он не принял мученическую смерть. Он единственный из апостолов умер собственной смертью. Почему? Потому что он у креста, это удивительно, потому что он у креста уже умер со Христом. Те, кто были у креста, те, кто видели страдания Бога на кресте,
Вот они тогда уже погреблись вместе с ним. Так глубоко, глубоко было их переживание. И поэтому тому, кто уже умер, уже нет смысла умирать. И поэтому Иоанн Богослов, он как бы просто уснул. Говорится, как он лег в могилу и уснул в этой могиле. Вот. Это уже была другая смерть. Он уже отдал нечто должное этой смерти, смерти отдал свое тело земле, но по духу, по своей полноте человеческой, по своему душевно-духовному устроению, он уже умер с тем, кто умер на кресте, потому что он стоял рядом с крестом. Ну, Мария Магдалина тоже, вот, но о ней я чуть ниже поговорил уже. Про нее как-то мало в предании говорится, про ее сострадание, вот, но про нее много говорится в связи с обстоятельствами воскресения. Но что касается про страдания Божьей Матери, то в Евангелии об этом не говорится. Говорится, что она была у Христа, а как она страдала, об этом, ну, Евангелие упорно обходит вообще повествование о Марии, о Божьей Матери. Ну, почему об этом лаконичнее и глубже всего сказала, как мне кажется, Анна Ахматова. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть не посмел. То есть никто описывать это не стал, постановился. Потому что здесь все было гораздо глубже. Как евангелисты не дерзали описывать страдания Бога, потому что, ну, ведь опыт можно понять, ведь опыт, в конце концов, мы можем понять вот этих евангельских персонажей и самого Христа только примерно в ту меру, в которую сами к этому готовы. Да? Это несомненно, потому что мы видим и то, что внутри у нас уже как бы есть, сформировалось, оно еще не концептуализировано, еще не разложено по полочкам, но оно у нас есть, поэтому мы можем услышать это из уст ближнего. То есть вопрос у нас уже сформировался, он еще может не артикулирован, не вербализирован, не оформлен, вот, но он есть. Поэтому, конечно, никто не взялся, вот из тех, кто бежал от Христа, никто не взялся все это описывать. Ну и мы с вами сейчас не описываем, а говорим о последствиях, да? Говорим о последствиях. То есть мы сейчас чисто логически. Если Иоанн Богослов не умер, то он не умер потому, что он уже умер у Христа. Это не более чем логика. То есть через логику мы пытаемся понять опыт, возможный опыт тех людей, которые находились у Христа. А про страдания Божьей Матери все-таки как-то, знаете, пишут. Последующее предание, последующая традиция нечто говорила о страданиях Божьей Матери. Ну, такие слова, я просто приведу некоторые слова из литургической практики, из гимнов церковных, например, вот в службе 9 часа, есть такая служба, которая называется служба 9 часа, когда вспоминается смерть Христа на кресте. И там есть такие слова, которые произносит как бы Божья Матерь, ну и даже не как бы, а она, эти слова, конечно, слова выражают ее реальное состояние. «Утроба моя горит, зрящий твое распятие, Сыне и Божий мой». Вот такое. Вот такие слова. И вообще уже последующая традиция. Не только в гимнах говорит нечто о страданиях Божьей Матери, а, например, в художественном творчестве, в иконографии. Вот я как-то, может, когда-нибудь, какой-нибудь другой, может, аудитории или вам когда-нибудь покажу ряд икон, очень удивительных, посвященных теме страданий Божьей Матери. Их можно прямо такой ряд выстроить. Вот есть такая икона, фреска, вернее, монастырь Святаго Пантелеймона в Македонии, в одном из македонских местечек. И там на этой иконе изображается, на этой фреске изображается снятие Иисуса со креста и положение его на камень пока что. На камень, чтобы потом положить его в гроб. И вот изображается Божья Матерь, которая плачет над крестом.
над снятым сугробом положен на камень. И удивительно, это икона 11 века, а вот в 11 веке вообще византийское искусство, оно какой как бы всплеск такой, небольшое такое византийское возрождение, возвращение к античности и к такому психологизму. И вот на этой иконе, нам кажется, что просто Божья Матерь, она сверху над Иисусом льет свои слезы, припадая к Нему, прижимаясь к Его щеке своей щекой. Фреска, горизонтальная такая перспектива. Вот. Но если присмотреться, то мы видим, что почему-то одна из коленок Божьей Матери под Христом. Под Христом. И Христос, получается, лежит как бы на месте ее чрева. То есть, как бы он лежит на ней, получается, на Марии. Вот. И здесь неизбежно возникает параллель вот, с темой Рождества. Или нет, с этими же словами 9 часа. «Утроба моя горит, зрящий твое распятие». Мы видим Марию, у которой Иисус снят из гроба на месте утробы материнской. То есть она в муках рождения пребывает до сих пор. Тут, ну, эта тема вообще за страдания Марии, она проходит еще и с икон, традиционных икон Божья Матерь с младенцем. Божья Матерь с младенцем. Вот есть ряд икон, где называется этот тип икон ласкающая, Божья Матерь ласкающая. Вот. И на этой иконе и ласкающая, или милующая, Элеуса по-гречески. И там мы видим, Божья Матерь держит на руках младенца, но младенец необычно передана динамика движения Христа. Он как бы извивается, он не сидит прямо, как, допустим, на иконе Казанской Божьей Матери. Он не прижимается к Матери щекой, как, допустим, на Владимирской иконе или на других, а он опрокинул голову и весь изгибается. Он похож на младенец, а по форме он как снятый с у Христа, понимаете? То есть вот страдание Божьей Матери, уже вот она тогда, с рождения, вот она в муках рождения пребывает от и до. И все это уже вот оно вот в одну точку стянуто, и снятие со Христа. А, собственно, икона Рождества Христова тоже там изображается младенец, завернутый в пелена, лежащий в яслях. А пещера, она похожа на гроб, который разве что не привален к камню. Это черная пещера, вертеп, в котором он родился и был положен в ясли, напоминает гроб. Ну, то есть это тема смерти Христа. Ну, мы сейчас говорим о теме сострадания, она проходит. Нам все это очень важно знать вот сейчас. Нам все это очень знать важно, потому что мы должны понять, почему Христос именно вот так воскрес, мы увидели, какой Он был, как Он нам страдал. И второе, нам очень важно еще узнать, почему Он именно так воскрес, чтобы узнать, как страдали ближние Его люди. Вот, как страдали Его ближние люди. И вот, а как Христос воскрес? Что об этом пишется в Евангелии? Христос, я вот может... На доске, так видно или не видно, хотя бы чуть-чуть изображу эту хронологию дней. Хронологию дней. Вот, допустим, вы не поймете. Сейчас я сделаю такой набросок. Это пятница. Это ночь с пятницы на субботу. Это суббота, соответственно. Это ночь субботы на воскресенье. Это, соответственно, воскресенье. Христос принял смерть на кресте в 9 часу еврейского часа счисления, иудейского. И 9 час иудейского часа исчисления суток равен нашим 3 часам дня. Вот я поэтому изображу здесь крест. Строки Ветхого Завета имеют в себе пророчество о том, что Господь воскреснет
через 3 дня и 3 ночи. На третий день Бог должен воскреснуть. Он так обещал. Он так обещал. Вот. И вот и сам Христос, главное, когда не просто редко дает времена, а сам Он подтверждал. Он говорит, что Ему надлежит быть в сердце земли 3 дня и 3 ночи, говорит Христос. Вот и давайте посчитаем. Христос воскрес воскресенье рано. Значит, весьма рано, читаем в Евангелии, воединого субботы. То есть весьма рано после субботы. То есть воскресенье где-то вот здесь, что нам так изобразить? Ну, напишу здесь. Христос воскресе, да, вот так вот. Вот так, вот здесь это было. Давайте посчитаем. 3 дня и 3 ночи. Где у нас? Значит, 2 дня. Ну уж ладно, давайте не полные дни посчитаем. Некоторые церковные писатели говорили, речь идет не о полных днях, а чуть-чуть захватил воскресенье, там солнышко чуть-чуть показалось, там чуть-чуть уже, лучик один. О, все, уже считайте воскресенье. Вот он воскрес. Ну ладно, 3 дня, 2 ночи получается. Вот, как же так? Не получается. И я вам скажу, святые отцы и церковные писатели, что только не придумывали. Это можно целое исследование написать, как вот святые отцы, которые пытались все это на уровне логики объяснить порой. Кстати, даже претензии на этот счет были христианам. Вот такой был император византийский, Юлиан Отступник. Его прозвали в истории отступником, потому что он вроде бы уже был воспитан в христианской традиции. Но в конце 4 века Бог устроил гонение на христиан. Некоторое гонение. А он был начитан уже в Евангелии. И поэтому он все эти нестыковки логические знал. Он предъявлял претензии христианам. И тут вот церковные представители задачились. Они, вот, люди вообще, которые начали читать Евангелие не как, не как интеллектуальное чтение, да? А стали читать как книгу, на фоне своей веры начали ее читать. Они читают Евангелие абсолютно некритично. Все это они просматривают, не замечают эти противоречия. Вот. Так и в церковной традиции. И как бы не замечают до тех пор, пока какой-либо въедливый там исследователь вдруг не начинает там делать замечания и говорит, как же вы верите в этой книге, если тут такие нестыковки у вас. Пророчество не исполнилось. Пророчество Бога не исполнилось. Это же страшное дело. Вот. Но даже говорили, знаете как, что оказывается, как придумывали, я хотя бы несколько примеров приведу, как святые отцы пытались выйти из противоречия. Когда Христос умер на кресте, то да, гробы разверзлись, тьма бысь по всей земле. То есть еще одну ночь, ладно, мы прибавим, да? Еще одну ночь. Вроде бы так получается, да? Вот так вот пытались. Еще одна ночь, то есть солнечное затмение, будем считать, имело место. Некоторые говорили, что условно Христос уже умер на Тайной вечере. Она вот здесь была в четверг вечером. Якобы Он уже, вот это же не театр Тайной вечери. Он говорит, примите, это есть тело мое, это есть кровь моя, это не театр. Это уже настолько глубоко эти слова прошли, что Христос уже умер, Он уже тогда распинался. Вот, преподавая свое тело и свою кровь, уже тогда Он в своей этой самоотдаче людям, Он уже был как мертвым. Он пережил эту смерть. Ну, точно так же мы говорим, Иоанн Богослов у креста уже пережил эту смерть со страдающим Христом. Кстати, вот то, о чем я говорю, очень замечательно, сейчас же в современном мире есть разные средства передачи тех или иных идей, например, с посредством кинематографа. Ну, фильм, помните, может, «Страсти Христовы», режиссер которого такой Мел Гибсон. Да. Вот, это кому нравится, кому нет. Я, например, очень восхищен был этим фильмом в свое время. Вот. Дело в том, что этот фильм поставил Мел Гибсон, который по воспитанию старокатолик. Уж не знаю, сколько он оцерковлен, но он старокатолик, он очень много консультировался с представителями католической церкви. И поэтому там есть очень удивительные вещи, переданы
глубокие вещи переданы с помощью элементарных средств кинематографа. Например, когда крест Христа пригвоздили ко кресту, и крест с помощью веревок поднимается, становится, а потом эту яму ставится, тут же показывается, ну как бы кадр на кадре, да, там в тумане, тут крест поднимается, а тут Иисус на Тайной вечере берет хлеб и говорит: ешьте от него, это есть тело мое. Это одно и то же. Это одно и то же. Тело возносится на кресте, и он свое тело, он свой этот хлеб, который, будучи нами потреблен, в нас вместе с нами становится телом Христовым, будучи нами усвоен. А потом, когда воин прободает ребра Христа, и кровь, это брызжет с водой. Почему с водой? Потому что, как говорят, потому что Христос умер от разрыва сердца. Вот, то есть он умер не от того, что пришло время, мог еще повисеть, а просто сердце не выдержало. Вот, потому что он вместил в себя вот, все это. То есть эта смерть была именно душевная такая, сердце не выдержало. Вот, и вот эта кровь брызжет со креста. И тут же вторым планом, что еще можно показывать? В этот момент ничего нельзя показывать. Потому что это событие, если хотите, самодостаточно. Никаких вторых планов не может быть. Но, тем не менее, в этом фильме показывается второй план. Христос поднимает чашу и говорит: пейте, это есть кровь моя. То есть, все это показывает именно такую богословскую мысль, которая общая для православных и для католиков, что Тайная вечеря и заклание на Голгофе – это одно и то же. Мы, люди, воспринимаем это во временной перспективе, разнесённо. А там и у того, где и у кого времени нету, это все одно. Это все одно переживание, это одна точка, потому что там времени нету. В этом состоянии, в котором Христос пребывал. Вот. И, соответственно, вот и здесь, возвращаясь сюда, Тайная вечеря – это якобы уже есть смерть Христа. И поэтому мы с четверга начинаем отсчитывать дни. Тогда и получается ночь с четверга на вторник, с четверга на пятницу, да? День, ночь, ну и чуть-чуть субботы. То есть тоже все совпадает. Но это все такая вот эквилибристика богословская, логическая, попытка объяснить. Но это все меркнет. Меркнет перед вот тем, что на самом деле может быть нами постигнуто. Вот мы говорили сейчас о том, как Христос сострадал людям. Сострадал людям. Вы представляете, Господь обещал, Бог обещал, сколько там тысяч лет, когда это пророчество впервые прозвучало, что 3 дня и 3 ночи надлежит быть Сыну человеческому сердце земли, а потом воскреснуть. Прошло сколько там? 1000 лет после этих пророчеств. 1000, может, 500 лет. И вот наступает этот момент. Вот эти 3 дня и 3 ночи должны быть отсчитаны. От пятницы 3 часов дня они должны быть отсчитаны. Но идет время. И Иисус, сойдя в ад, где он еще побывал, мы не знаем. Каким он пребывал, да, в гробе, где его душа была. Вот. Но мы знаем, что это было время вот этих любимых учеников. Они переживали самые страшные дни своей жизни. Вот. И какой вообще сын, не то что сын Божий, а вообще какой-то земной сын. Не, ну конечно, есть всякие, да, вот. Всякие, но если более-менее еще человек адекватный, если у него еще человеческое, такой сын может, видя слезы матери о себе самом, которая думает, что он мертв и никогда не вернется, сидеть в соседней комнате и слушать этот плач. Ну это бесчеловечно просто. Разве не выйдет сын и не скажет, что вот он я, это все, этого нет, о чем ты плачешь, все хорошо. Вот. Ну и точно так же Христос. Он просто-напросто
Как писал такой один святой отец, преподобный Иларий Пикталийский, который прочувствовал страдания Бога, который смотрел на разочарованных своих учеников, на свою мать, и он, вопреки своим пророчествам, отменяет все пророчества. Не ожидая 3 дней и 3 ночей, он воскресает именно буквально всего через 2 дня и через 2 ночи воскресает. Сделав то, что нужно, там в плане мистическом, мы не знаем, для чего это нужно было Богу, не понимаем. Вот. Но мы только понимаем то, что как только вот все, что нужно было сделать, Иисус сделал, так вот сразу же, не дожидаясь пророчеств своих вековых, Он является вот тем, кто Его ждал. Вот. А в конце концов, а может быть иначе. Даже апостол, не то что Бог, даже апостол Павел, его ученик, он говорит, апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, если я говорю там разными языками, если я имею всю веру, такую сильную, что даже горы переставлять могу, если я имею весь разум и мудрость, если я знаю все пророчества, и даже если я дам свое тело на сожжение, а любви не имею, то я не извиняющий, и тело отрицающий всего-навсего. Вот так говорит апостол Павел. Поэтому Христос, конечно, пророчества принадлежат ему. Но когда вот все это происходит, то Бог не выдерживает перед лицом своих пророчеств, он их отменяет. Пророчество – ничто перед его, и твердость его слова – ничто перед его любовью. Поэтому вот мы говорим, Бог всемогущий, Бог всеведущий, это все мизер, это все мощные эпитеты, но они есть мизерные по сравнению с тем, что Бог есть любовь. Вот. И поэтому Христос воскрес раньше. Воскрес раньше, так, наверное, надо думать. Вот. Ну, а каковой была встреча Иисуса с теми, ради кого он быстрее воскрес. Евангелисты пишут по-разному. По-разному. И мы когда, вот чтобы составить общую картину, мы читаем все Евангелия. Трудно так с карандашом в руках выстроить хронологию всех событий. Это абсолютно невозможно. Потому что ученики порой, когда описывают евангелисты, они отчасти противоречат друг другу, там, сколько было ангелов или там, как эти пелены лежали, один или два ангела было, сколько мироносец пришло, одна или две или три, или рука говорит, там, и другие вместе с ними. Вот. Но это все не столь важно. Нам важны только некоторые моменты, которые, опять же, показывают то, каков наш Бог и какова вера учеников. Кому Иисус воскресший явился первым? Кто-то пересадит кому-то, поближе, да, сюда, сесть поближе. Здесь не будет мертвая зона. Не, сейчас хорошо. Вот, кому Иисус явился первым? Ну, скажу сразу, что предание церковное и не соответствует евангельским текстам. В Евангелии от Иоанна прямо говорится, что первой он явился Марии Магдалине. Из нее же изгнал 7 бесов. То есть той, из которой 7 бесов в свое время изгнал, исцелил ее. Вот. Но, как-то знаете, хор церковных писателей через века утверждает, нет, он первый явился своей матери. Хотя в Евангелии про это нет. Но вот так. Но действительно, как бы там ни было, есть определенный смысл в том, что он явился прежде всего, ну, в том числе Марии Магдалине. Ведь Мария Магдалина, как-то знаете, вера вот этих людей, она не совсем нам понятна в поступке первых учеников. Вот смотрите, он явился первым тем женщинам,
которые сами пришли на гроб. Более того, они пришли на гроб и несли сосуд, несли миру. Дорогая некая мира, весь мирно, благовонная жидкость, которой принято было умощать тела умерших. Мира было очень дорогое вещество. Вот. И эти женщины шли для того, чтобы это сделать. И ничего не могли сделать для Бога. Ничего. Вот. Но тем не менее, видите, они, несмотря на свое разочарование, оно, конечно, у них было. Потому что кроме любви они возлагали еще некоторые надежды. Надежды на Иисуса, на будущее Его и свое. Вот. Какие-то, может, весьма такие примитивные, бытовые надежды. Но эти надежды были. Теперь их нет, но любовь осталась. И вот они думают, что еще мы можем сделать ему. Идут с миром, с этим миром на гроб. Но более того, показано неразумие этих женщин, понимаете? Вот и говорится, что гроб привалили камнем и печать поставили, запечатали. Вот. То есть в те времена как хоронили? Вот гроб, пещера, которую приваливали камнем. Вот. Потом через год открывали, косточки собирали и уже усыпальницу, урну, семейную, родовую вложили. Уже там они вечно хранились. И вот в одном из древних списков евангельских говорится в Евангелии от Луки о том, что в одной из рукописей сохранилось, говорится о том, что камень, когда приваливали, катили 20 человек. Это все детали, они малоинтересны, ну и что 20 или 10 или 21. Вот. Но это все просто важно понять, что понять для того и знать полезно для того, чтобы представить себе, сколько был тяжелый камень. И мне это очень важно, чтобы знать, сколь неразумны были женщины, которые шли. Весьма рано, только начало светать, они шли, уже бежали. Бежали на гроб, чтобы быстрее помазать его тело. О чем они думали вообще? То есть ум совершенно был у женщин включен. Но я так говорю для того, чтобы поругаться. Поругаться и удивиться их неразумным, конечно. Нет. Вот, а наоборот, нужно понять, что у них вопрос звучит, кто отвалит нам камень от гроба? Но когда он у них возникает? Когда они уже оказались перед фактом? Они же подходят к гробу, и вдруг у них вопрос. Ум начинает работать только тогда. Кто нам отвалит камень от гроба? Ибо весьма верен. Вот. А знаете, и здесь нужно, конечно, не потешаться, не смеяться, не удивляться неразумным женщинам, а удивляться тому, сколь мощная теплота, даже не теплота, а сколь мощный потенциал был здесь, который закрывал все остальное. Вот, знаете, я могу привести один из примеров. Это вот пример из русской классики Наташа Ростова, всем известна. Вот Наташа Ростова, которая вот та самая главная героиня романа «Война и мир». И вот помним эту ситуацию. Французы вот-вот должны входить в Москву. Вот уже центр Москвы там подпаливают уже наши отступающие войска. В имении Ростовых квартируется госпиталь, да, вот эти раненые после Бородинского сражения солдаты. Вот они там в этих залах лежат, их лечат, кормят. Вот. Но тут отступление, подвоз только нет, в принципе. Только подвод в Москве нет. И вот, подводы есть у Ростовых, но они грузят у них что? Они грузят мебель, много что, нажитое, что же, всю жизнь наживали, гнездо это дворянское, да, вот, они все это вывозят. И вдруг Наташа Ростова, когда убегает во двор, она все это видит, и она, там, что у нее происходит? Нам не дают автора порассуждать, что там было в эти там мгновения там, в ее уме. Она начинает сбрасывать в
все этот скарб с повозок, я даю приказ грузить раненых. Вот, понимаете? Если бы это знакомо каждому человеку должно быть, потому что импульсы у самого даже отпетого там, как говорится, негодяя, рецидивиста, конечно, бывают хорошие импульсы. У всякого человека, иначе как же. Но все дело в том, что захотел ты сделать, вот сейчас доброе дело. Но тут же не ум еще есть, он не отключен, тут же приходит помысел. Мы принимаем помысел, он входит в сферу нашего внимания, мы начинаем рассуждать. Потом понимаем, что это нецелесообразно, что а как же мы потом? Понимаете, и все. И доброго дела не состоялось. То есть, есть импульс сердечный, когда мы понимаем, что так нужно поступать. Но апостол Павел говорит, что дело закона у нас написано в сердцах у всех. У нас написано в сердцах. И сердце дает импульс, хочется это сделать. Но мы не делаем, потому что ум говорит, что нет, тебе не хватит, или это опасно, и так далее. Вот, и вот происходит борьба, вот это, а потом и борьбы нет. Потом человек принимает решение, нет, конечно, этого делать не будет. Вот она, Наташа Ростова, она такая же, как и все. Но она показана такой, что она просто, в отличие от всех, она дает место импульсу своего сердца. Понимаете? Вот. Я думаю, что нам показано вот такое... Причем не сиюминутное, а такое состояние жен-мироносец, как устойчивое. Устойчивое состояние. Они шли, они пришли на гроб. И только потом они допустили помысел, когда уже перед глазами был образ того, как они стоят около того камня. Понимаете? Вот, по сути дела, в этом их подвиг. В этом их подвиг. Подвиг вообще жен-мироносец именно в этом. То, что они имели вот такое необъятное сердце, жёсткое сердце. Никакой помысел не помешал, не пресёк их этого доброго дела. И поэтому неудивительно, что Христос, являясь сперва Марии Магдалине, как описывается в Евангелии, конечно, вот эта первая встреча, она досадная отчасти вот для нас. Она, конечно, вот сначала не узнает, она, видно, вот эти слезы застилают глаза, а потом, когда он ей говорит «Мария», вот тогда и она говорит ему «Учитель». Ну, а дальше такой достаток, он говорит «Не прикасайся ко мне, не прикасайся, вот, буквально не трогай меня». Вот как это было сказано, мы не знаем, какой интонации, да? Вот, но он ей говорит с интонацией такой, мы должны понимать, почему. Почему он так ей сказал? Потому что она, вот мне кажется, мало из нас, по сути, встречали мы таких людей, я не знаю, встречал или нет, наверное, нет, которые, вот, чтобы мы понимали так эту воскресную радость. Вот на уровне эмоций, да, а вот во всей глубине Господь, наверное, нам, каждому, даже на Пасху говорит, не прикасайтесь ко мне. И поется нам в богослужении, еще мирская мудрствует жена, посему и отсылается, не прикасайтесь к Христу. Вот. А почему нельзя прикасаться? Да потому что она, вот Мария, она вот плачет. Она готова сострадать ему еще. Понимаете, она готова умереть за него. Вот. Ей ничего не стыдно, что вера была поругана. Ей не стыдно примитивности своего поступка. Она готова плакать, она готова умереть, она готова поменяться жизнями с умершим. Вот. Но радоваться с воскресшим она еще не готова, понимаете? Она готова, может быть, скрывать его еще, понимаете? Воспринять все это как недоразумение какое-то. Готова, она готова радоваться, но другой радостью. Она готова вернуться в прошлое, взять и вместе с ним убежать он там в Галилею, чтобы никто не знал, не видел. И тихо там жить. Вот. Она готова вернуться в прошлое. Но Христос воскрес не для того, чтобы прошлое вернуть. Он пришел как победитель. Она еще не готова воспринять это как победитель. Она готова радоваться какому-то недоразумению, случайности. Она, ну, а не готова пока что еще радоваться радостью победителя. Потому что он победил смерть. Он воскрес, он победитель.
Вот, поэтому она еще не готова пока что. И мы это видим, вот эти досадные, знаете, вся эта радость, радость велика. На небесах она, конечно, больше, эта радость, чем среди людей. Но мы вот видим вновь и вновь, Христос приходит к ученикам, а они такие, и он пишет так описывает, что они не веровали его, страхи были, понимаете? И от страха удивлялись. Вот. То есть такие, такими видами все описывается. Страх, не верили и так далее. Вот Иисус однажды является, а ученики сидят затворенными дверями. Понимаете? Что такое затворенные двери? Зачем? Вот Евангелие, оно вообще не детализирует ничего. Обратите внимание, в Библии нет описания природы, допустим, какие-то там детали, вот там ветерок, листья колышутся. Психологизма не так мало, когда он очень важен. Есть моменты такие психологические. Эстетика отсутствует в этих текстах. Вот. А тут вдруг такая деталь начинает, дверям затворенным. Это не просто страх. Не просто страх. Это страх, конечно. А это еще то, что никого не ждут. Хотя он уже явился. Уже и Мария сказала, что она видела учителя. Они не верят. Они дверь закрыли, они никого не ждут. Понимаете? Вот поэтому вот вся эта радость, она чуть-чуть вот так вот вся портится. Но портится не чем-то субъективным. Субъективным то, что преодолевается уже человеком. Человеком преодолевается. Лично каждый. Лично каждый человек это преодолевает. Это субъективное. Это субъективное мешающее чувство, которое мешает радоваться раз и навсегда. Вот. Радости вашей не будет конца. Вот. А еще что обрещает учеников? Обрещает, например, то, что Фома среди них. Фома не верит. Вот Фома, уже Христос объявился, и они уже уверовали в Него. Ну вот, Фомы не было тогда. Почему говорят, неверующий Фома, да? А потом он с учениками был, он говорит, я не верю, пока не увижу рану его. Я не вложу своих перстов. И не вложу перстов в эти раны, не ощупаю, я не поверю. Здесь, знаете, я думаю, здесь больше обличается даже не Фома, каяется, а вот неверие Фомино, а ученики. Потому что, значит, у учеников их вера была не видна. Потому что если бы у них была радость эта самая, то Фоме не было бы деваться, некуда было бы деваться. Потому что он видел бы эту радость, он бы понял, что, конечно, Христос воскрес нас. Что непонятно. А этой энергии среди них не было. Понимаете, они не зажигают друг друга радостью, и Фому не зажгли этой радостью. Поэтому Фома не верил до тех пор, пока специально ради него еще раз не пришел Христос. И опять смотрите, какой ценой Бог продолжает преодолевать нашу автонизм. Вот Христос показывает рану. По церковному учению, вот Христос, воскресение будет, вот мы все воскреснем по церковному учению в самом своем лучшем виде, в расцвете сил, 33 года, допустим. Примерно рассвет сил, после этого деградация начинается и будет. Вот. Конечно, есть разные мнения, у Марины Цветаевой есть стихотворение, я его не процитирую, но там говорится о том, как бы про воскресенье. Ну, вернее, как бы воскресенье, а как бы не про воскресенье. Там говорится про березки, которые как будто напоминают о воскресенье, как будто вот, напоминают людей, которые вот молодые люди. Своими длинными руками вот там машут. Вот старики, у которых руки как плети висят, вот они тоже встречают Христа. Вот. Ну вот такое воскресение Марии Цветаевой представилось. По церковному учению все воскреснут вот, с ногами, с зубами, ну и так далее. Да? Никто не знает, как это будет, но так предполагают. И представляете, а Христос воскрес с ранами. С ранами, и, наверное, так как Христос цельный человек, всякая порча,
всякая ущербность естества, она проецируется на душу. Она отзывается, вот эти раны, которые ему угодно было сохранить воскресшему на себе, раны на челе терного венца, на руках, ногах, угодно было ему сохранить эти раны, значит, и в душе эту боль, до тех пор, чтобы показывать, чтобы убеждать, как один богослов говорит, как Христос при дни своей земной жизни приходилось ему убеждать всех, что он Бог, так после воскресения он вынужден убеждать учеников, что он человек, что он не призрак, что он тот самый Иисус. Понимаете? То есть все это сопряжено опять с продолжающимися страданиями Христа. Они ему оказываются нужны, он их попускает, воскресший, прославленный, светящийся, попускает их до сих пор и до тех пор, пока еще есть люди, которых еще можно вот повернуть, дать им эту радость, вот, от которой они отказываются, в которой они сомневаются и которую они боятся рискнуть променять на все свои там радости такие хлебные и так далее, житейские. Вот, то есть, вот таковы обстоятельства воскресения. Ну и много еще описывается, например, в Евангелии от Иоанна описывается 5 явлений воскресшего, больше всего у Иоанна. Все явления воскресшего, они очень интересны, они вот несут в себе какой-то очень важный смысл. Что там еще вспомнить можно? Например, вот однажды Иисус является, это опять Иоанн пишет, является при озере Тивериадском. При озере Тивериадском он стоит на берегу. Ученики всю ночь ловят рыбу. Вот, но напрасно. И вот они видят, кто-то стоит на берегу. Вот, и говорит им, ну как тулов. Они говорят, всю ночь мы ловили рыбу и не поймали ни одной рыбешки. Он говорит, бросьте по правую лодку. Они бросают и улов такой сильный, что они его не могут вытащить. На лодку, в принципе, не могут. И они вот лодки к берегу плывут, тащат к берегу, там вынут все это. Вот. Когда они все это видят, Иоанн первый, самый чуткий, самый светлый, говорит, это учитель. Когда Петр слышит слова «это учитель», каждый свои, понимаете, Иоанн чист, он первый узнал. А Петр, только вот это слово «учитель», а Петр, он уже, понимаете, его уже спрашивали, и ты был с ним. А у Петра тоже был импульс сказать, да, был с ним. А он думает, я сейчас скажу с ним, то меня схватят. И он сомневался. А тут Петр, уже услышав, что это учитель, не дает места думать себе. И, несмотря на то, что лодка плывет к берегу с сетями, он прыгает в воду и плывет. Вот. И почему Петр? Почему еще Петр? Да потому что Петр трижды отрекся. Он хочет увидеть его, все хотят увидеть, все хотят прикоснуться. Ну, Петр, вот мы говорим, не согрешишь, не покаришься. Да? Некоторые люди с такой издевкой в церкви говорят это, что мол, ну, они же грешат, все равно покаятся, он Господь все простит. Так, конечно, неправильно говорить, да, Господь простит кающегося. Вот. Но мы видим удивительные вещи. Мы видим, что Петр, который трижды отрекся, у него необходимости больше всего сказать прости. Вот. И поэтому он вот так вот. Об этом Иоанн пишет. Лука. Луки психологичных, он когда описывал чуть выше, про то, как петух пропел. И как петух пропел, и когда Петр понял, что сбыли слова о том, что трижды отречешься. И вот Лука пишет, что из взгляда встретились Иисуса, который там был метров за 100 связанный, и Петра, который в отдалении сидел, прятался, и глаза встретились, понимаете? А Иоанн пишет, что Петр примолк. Потому
потому что у них было больше всего нужды. Вот, поэтому вот так вот, такие встречи со Христом. И видите, дело в том, что ведь Христос воскрес, Он ведь мог являться всем, убеждать всем. А посмотрите, Он ведь не является мной. Он является только тем, кто готов Его встретить. То есть Христос не навязывает себя воскресшего, хотя Он может убедить, конечно. Он никому не навязывает. Является только вот тем, кто узнает. Тем, кто узнает. Матфей пишет, что Он явился и другим многим, но они усомнились. Они усомнились. Ну, одним словом, вот видите, все это очень важно. Я думаю, что все детали Евангелия очень важны. Все детали. Малейшие. Вот. Они важны для того, чтобы лучше увидеть, каково отношение Бога к нам. Каково должно быть отношение у нас к Богу. Вот. Ну и вот все это вот внимательное чтение Евангелия, оно для чего церковь призывает читать Евангелие каждый день. Каждый день по кругу, закончил, опять читаешь. А вот именно потому, что чтение Евангелия, оно корректирует нашу веру. Оно корректирует наши отношения к Богу. Вот. Заставляет ценить вообще отношение Бога к нам. Возлагает на нас большую ответственность, потому что вот все, о чем сейчас говорилось, ведь показывает то, что Бог — это Отец. Бог — это Отец. Поэтому страшный суд, который ждет человечество, это суд совести перед лицом того, от кого мы отказывались встретить. Вот. Поэтому вот призываю вас читать Евангелие. Читать Евангелие и вновь, и вновь. И вот жизнь неизбежна. Человек меняется в течение жизни. И поэтому меняются вопросы, которые вот у него по жизни стоят. И мы много что, вот, знаете, по жизни, в течение жизни, один человек читает, смотрит. Один человек телевизор смотрит целыми днями, потому что устает книги читать там, да. Другой книги читает, серьезные, менее серьезные. Один там Толстого читает, другой там какого-нибудь там Виктора Пелевина читает. Третий телевизор смотрит. И, ну, мы так устроены, что мы изменяемся, у нас появляются вопросы. Часто все более глубокие. Мы находим ответы на эти вопросы в тех текстах и в той информации, которую получаем. Ну, ум работает сильно, старается. Поэтому я вот призываю как священник читать Евангелие. Можно чаще. Чтобы у нас в голове крутились не какие-то цитаты из рекламы, из фильмов, пусть и хороших. И не только слова удивительные из романов, пусть Достоевского и Толстого, не только оттуда, но из Евангелия. Потому что Евангелие – это книга, в которой очень широкое слово. Там вот адекватные ответы на все наши вопросы. Не просто ответы, а ответы, которые корректируют наш опыт. Вот. Вот о чем я хотел сказать, собственно говоря, о воскресении. О воскресении Христовом. Еще, может, на этих словах скажу, уже отдаляясь от Евангелия. Вот знаете, как-то в церкви, вот я сказал, что Пасха еще празднуется. И каждую неделю, каждый воскресный день какое-то знаменательное событие. Например, в первое воскресенье после Пасхи мы вспоминали что? Вспоминали то, как Господь явился в Фомии. Потом в другое воскресенье, во второе воскресенье мы вспоминали жен мироносец. То есть такое, такая христианская 8 марта. Например, в это воскресенье мы вспоминали беседу Христа с самарянкой. Вот. Это все с Пасхой очень сильно связано. Вот. Поэтому еще второе, что, о чем хочется сказать, я как священник тоже обязан говорить. Евангелие может быть понято адекватно. Особенно тогда, когда мы
ходим в церковь. Хоть как-то пытаемся жить литургической жизнью. А вот живем в ритме. Литургическая жизнь, церковная жизнь, она дает нам некий ритм. Ритм дает. А вот. И Евангелие лучше всего изучать в этом ритме. В ритме этой жизни. Вот. А кто вот читает Евангелие, старается молиться церковной молитвой, вот, ну, такой человек, думаю, не будет посрамлен. Такой человек может быть спокоен за своих детей. Не просто не опасаться, а быть даже спокойным за своих детей. Вот, поэтому я все-таки, когда вот говорил, я так старался более светские некоторые моменты преподносить. Но все-таки вот завершая вот этот цикл, я все-таки как священник прошу вас читать Евангелие, Вот. Еще, если мы не будем читать Евангелие, то наши потомки будут читать Коран. А, говорю прямо, он гораздо более мелкий по сравнению даже с Львом Николаевичем Толстым. Не то, что с Евангелием. Вот. Поэтому, поэтому такой мой призыв, такое мое пожелание. Ну, спасибо за внимание. Спасибо. А можно вопрос? Евангелие лучше читать все-таки вот как календарь у нас, как на службу читается? Или подряд? Я думаю, что Евангелие можно по-разному читать. Лучше читать подряд, по главам. Вот когда люди сейчас читают главу в день, главу в Евангелие, из Евангелия в день. Вот. Но когда идут на службу, они смотрят, что будет читаться сегодня на службе, такой Евангелие. И читают заранее, чтобы уже прийти с предпониманием. Даже я еще не отошел к отцу моему. Немножечко непонятно, что значит не отошел к отцу моему. Это вот с одной стороны понятно, с другой стороны вот не совсем вот смысл. Вот то есть получается, что пребывает Христос, он вот пояснение хотел бы услышать. Значит, о чем говорить? Ясно, Христос. Здесь я оттолкнусь от догматики. Да? Есть такая логика, есть такое учение церковное. Вы, наверное, вас слышали, кто читал церковные книги. Вот. Учение о том, что у трех ипостасей какие-то свои особые отношения с друг другом. Да? Поэтому они и разные. Вот. Дух исходит от Отца, Сын рождается от Отца, Дух почивает от Сына, на Сына, но Дух не исходит от Сына. То есть рождаться, вот, исходить от Отца, Дух исходит только от Отца. Понимаете? Это индивидуальное свойство Духа, исходить от Отца и почивать на Сына. И поэтому Христос, они равны. Но в каких-то функциях они равны по природе, но функции у них разные, взаимоотношения. И вот Христос, Он не дает от себя Духа. Дух на Нем почивает, но Он не дает Его. Дух отдает Отец. И поэтому Христос должен сначала человечество поднять к Отцу, для того, чтобы Дух Святой от Отца сошел на человечество. То есть, Ирина, это догматика, кто понял, понял, кто не понял. Вот. Об этом можно прочитать и в книге. Но здесь говорится о том, я еще не вошел к Отцу, поэтому не прикасайся ко мне. Или иначе можно слова перефразировать. Дух Святой еще не сошел на тебя, Мария Магдалина, еще на тебя не сошел. И поэтому, так как на тебе нету еще Духа Святого, ты искренне, ты готов умереть за меня. Но человеческих сил, человеческого желания, вплоть до самой смерти и веры недостаточно, чтобы держать Бога за ноги даже. Недостаточно. Бог должен это дать. Поэтому, как бы ни была велика вера Марии Магдалины, еще Дух Святой не на ней. А вот когда Иисус вошел к Отцу, то в этот же день, или условно говоря, наступила Пятидесятница, Дух Святой сошел на всех, на всех, кто этого хотел. И на Марию Магдалину,
Понимаете, вот тогда уже они прикасались к Иисусу. Вот тогда уже это не радовались радостью, о которой ты говорил, радость, да? Она, Мария, не может прикасаться, потому что она все готова сделать. Но она готова вернуться в прошлое с ним, с Иисусом. Но Христос не хочет нас в прошлое. Все, прошлое прошло. Он не просто случайно вышел, он победил. Вот. А мы можем к этой победе приобщиться только тогда, когда Дух Святой в нас. Когда мы стяжаем, или вернее сам Бог даст Духа Святого. Поэтому вот человек может много трудиться, а порой бывает, знаете, как вот, монахи трудятся. Да не только монахи, есть люди, которые очень много трудятся. До крови. Вот читают жития святых. И умирают, как вы знаете, человек, который шел по пустыне и не увидел источника, и умер в пустыне. Он святой, но он умер без радости. Ну, Господь его принял, конечно, на том свете радость у него есть. Но он не стяжал этого, но не было воли Божьей. Богу было угодно, чтобы человек вот так вот стяжал. В трудах, в скорби стяжал, дошел до самой смерти, так и не возрадовавшись. А есть такие святые, которые Силуан Афонский читаю, вот он, некоторая страсть вот отсекло, он сразу Духа Святого получил, понимаете? Это дар Божий. Как в той притче, одни трудились 8 часов и получили плату, а другой час потрудился и получил такую же плату, а мог бы больше получить. Понимаете, то есть нам надо трудиться, но когда мы убедимся, когда мы встретим Бога, это от Него зависит. Это не от Него, никакие технические средства Бога не сведут в наше сердце. Бог смотрит наши труды. А кого хочет, милует. Кого не хочет, не милует. Но в конце-то он всех милует. Мы просто, вот видя все, как он к нам относится, можем не отчаиваться, не унывать, потому что, ну, наказует он тебя, не дает тебе он этой радости, не встречаешься ты с ним в жизни, но не унывай, все он тебя любит. В этом есть какой-то смысл. Узнаешь после какой. Вот. Поэтому и Мария еще не была готова, как и все прочие. Уже потом, когда Дух Святой сошел, а Он сойдет тогда, когда Христос будет у Отца, и Отец будет давать Духа нам через Его человечество, через человечество Христа. Ну вот не знаю, как я объяснил, это математика, психология, эмоции.